Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в Tekken 7 за Мигеля. Так, игра вновь на повышение. Ну, поехали. Опа, хитрый. А, все, я понял, смотрите-ка. Она не ведется на это. Хорошо, Power Move. Power Move. На Power Move-то... Оп. Теперь смотрите, какая комбо. Раз, 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 раз. И это был стагер. Хорошо, не этот захват, так другой. Power Move. Fly. Ну, да, я думал, что она полетит, а полетел в итоге я. Тихо. Хитро. А вот это хитро сейчас было, кстати. Ладно, давайте посерьезнее. Оп. Тихо. Опа. На. В смысле? В смысле? То есть вот, ну, а, оверхеды, я понял. Да ладно, я опять сделал, я опять захват сделаю. Она меня победит, наверное, но не знаю. Тихо. Вот, вот, вот это хитрое движение, которое я обожаю использовать. Захват, оставляющий на ногах. Давайте сразу Power Move. Power Move. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Что за дела? Так, ладно. А, она уже поняла. Она уже поняла, как это работает. Не, ну вот она неплохо играет. Ну-ка, сейчас мы ее. Оп, оп. Ага. Оверхеды. Я понял, ее оверхедами нужно гасить. На тебя, стагер. Думаешь, я на это куплюсь еще раз? До свидания. Больше я на это не куплюсь. Финальный раунд. Ой, тихо. Тихо, тихо. Вот сейчас проигрывать нельзя. Опа. Сейчас аккуратно надо. Нет, извини, но... Ну, до свидания. Вторая ошибка и... Эй, ты чё? Сюда иди. На, просто развалил все. А реванш будет. И соперник довольно интересный, кстати. Хоть и ранг небольшой, но... Начнем. Я думаю, она уже понимает мою тактику и попытается противодействовать. Ага, все. На захваты захват не получается сделать. Так, так. Тихо. На! А, я понял, это не плюс. Это плюса не дает. Иди сюда. Оп, оп. И! Да конечно, ну конечно. Ну конечно. А что же еще она могла сделать? Ну правда все равно броня не помогла. А вот не броня поможет. На тебя. Кстати, вот это прикольная штука. Прикольная штука. Этот удар может убить, может убить, но. Ага. Ага, иди сюда. Да ну ты что, третий раз? Или какой уже ты так ошибаешься? Нельзя так делать. Запомни, не выбрасывай рейдж. Наказание. Опа. Опа. Сколько наказаний. Ой, какая комбата пошла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты будешь опять это делать? Без комментариев. Жалко, что я не смог сделать удар, который убивает с одного удара. Ребята, внимание, мы сейчас сразимся с самим Акумой, с титулом величайший. Но
Акума может нас закидывать хадокинами. И у него, по сути-то, можно сказать, два рейджарта, потому что два метра энергии он может потратить на супер хадокин. Плюс еще рейджинг демон. Конечно, Мигель не кинг, но кое-что тоже умеет. Ну давай. Вот это сейчас серьезно будет. Очень серьезно. Опа. Интересно, подействуют ли на него вот эти вот темы? Ой-ой-ой, я комбо неправильно сделал. Так, он кажется... А, комбинировать он умеет. Ну и я тоже комбинировать кое-что умею. Тихо. Наказание. На. И подкат. Где же его рейдж-то, интересно? А, я не смог его подбросить. Но это на него не действует. Уже не будешь ждать 500 миллионов лет, пока я... Тихо. Тихо. Сейчас мы... Камбулю. Опа. Иди сюда. Ну, это наказывается. Это я даже вижу. Это даже невооруженным глазом видно, что это наказывается. Поехали. Как бы так сделать? Но мне кажется, это нереально попасть этим ударом. Это скорее издевательство какое-то. Не надо эту комбу делать. Он просто смеется, он как издевается. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему, будь по-плохому. Ой, иди сюда. Комбо. Он реально, вот этот смех, конечно. Он идет там 2-3 шага делает, а потом бьет со всей дури и это убивает. Любопытно. Клаудио никогда против него не сражался. Но знаю, что у него есть какая-то магия, которая заряжает его удары. И эти удары как бы становятся... ну, как сказать... Они, из-за них вроде бы противник падает или что-то такое, и можно делать мощный комбо. Ну посмотрим, давай. Power move. Опа, на захват. Понизу. Так, я понял. Оверхеды, на оверхеды он не ведется. Хорошо, тогда по ногам бить будем, раз ты такой умный. Оп, оп, давай. А то я не знал. До тебя другие тоже так делали. И это все неправильно. Power move. Отойди, я хочу сделать... Вот это. Не мешай мне исполнять прием. О, захваты пошли. Разозлить меня вздумал, да? Ну, я тоже люблю такие удары по ногам, ты не думай, что ты один эти удары любишь. В общем, видимо, мы сегодня этот прием не сделаем. Тихо, тихо, он разозлился. Ты чё, злишься, что ли? Хорош. Клаудио, успокойся. А, по ногам лупит, да-да-да. Так, а мы... Тихо. Опа. Ну это на всех действует. Давай, давай, давай. Ну, конечно. Здорово. Ну, держись. Просто избиение. Ну что ж, реванш. Попробуем еще разок сразиться с Клаудио. Я надеюсь, он не будет рейджарт выкидывать, как раньше. Но я все-таки рассчитываю на то, что он мне даст ради интереса этот прием сделать, чтобы вы посмотрели. Оп, оп, опа. Ну перестань. Так, что за комбо с проворотами пошли?
Ну что, Тима меня сейчас убьет. Давай. Вот и наказание за удар. Еще раз изобью. За бесплатно. Ну, он по ногам хотел меня ударить. Я тоже люблю по ногам бить, особенно когда мало жизни у соперника. А что, у меня не сработало это? Стойка. А, по ногам-то сбивает. Видали, что может? Ага. Давай. Так, не надо мне бить по ногам, не надо вот это. Тихо, давай, ударь. Ой, это зря, это я не попал. По ногам будешь бить, да? Конечно. А как тебе вот этот вот прием, который просто спасает всегда? Нога мощи. Еще одна нога мощи. Куда ты? Куда ты бьешь? Я здесь. Не надейтесь, я этот прием не сделаю. Это нереально, по-моему. Ну что, ударишь меня? Ударишь? Ударишь? Ну, бей. Давай, бей. Давай, бей меня. Ой, это зря, он меня убьет. Ладно, согласен, здесь я ошибся. Здесь я ошибся маленько. Но больше ошибок от меня не жди. Ой, это что такое было? Что за удар? Тихо, тихо. Так. Опа. Оп, оп. А теперь вот так. А он выживет эту комбу вообще? Нет, это не выживают. Такое не выживают. Такое не переживают. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такой вот Мигель, жесткий боец. Просто бьет и бьет, как я уже говорил, сильно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!